назвать его правильней, как бард, менестрель, лицедей. Это мало гений, поэт или рыцарь-чудак. Нервов комок или нерв из металла, голос труба без уздечки слова, образы вихрем подранок из детства, как все рождала его голова и умещало ранимое сердце. Штурм бесконечный друзей и врагов, кадры за кадром, вся жизнь на экране. Нет, мы не знаем просчета грехов, знаем, за нас был на поле он брани. Он средь окопов, глубин и руин, словно участник, познавший все беды, просто поэт и российский наш сын, символом ставшей великой победы. Сердцем актером, душою титан, музу властелин и орфей во вселенной. Даже постфактум спасаешь от ран родину нас преклонивших коленей. Кем мне назвать его правильнее, как бард, менестрель, лицедей? Это мало гений, поэт или рыцарь-чудак. Нервов комок или нерв из металла.